Если пройти каждый квадратик, вот что-то точно ломалось. У нас ломалась каждая раковина, потому что оказалось, что их надо было прикрутить. А то, что без опыта мы открывали цех, нам напишут, что мы дуры в комментариях? Ну, напишут, скорее всего. Ну, о чем мы скажем? Да. Но кто-то же открывает, да, мы дуры. А как иначе получить опыт?